Здравствуйте, мои замечательные зрители! Сегодня я готовлю быстрое и вкусное блюдо, всем знакомое. Это курица, запеченная с ананасами и сыром. Выпекается буквально 10-15 минут, а приготовление занимает 2 минуты. Поэтому, если к вам неожиданно пришли гости, вы всегда их сможете порадовать таким сытным, вкусным и ароматным блюдом. Итак, на 0,5 килограмма куриного филе. У меня это филе бедра. 200 грамм ананасов, 100 грамм сыра, 2 столовые ложки майонеза, соль, перец, любимые ваши специи по вкусу, и растительное масло, чтобы смазать противень. Чтобы мясо приготовилось буквально за 5-10 минут, очень быстро, я вот эти куриные филе отбиваю, чтобы никакие брызги никуда не летели. Вот так в пакете отбиваю. Вот отбили. И у нас с вами и чистая доска, и чистый стол. Курицу отбили. И сразу же включаем духовку на 220 градусов, чтобы она успела прогреться. Опять же, смотрите по своей духовке. Если у вас газовая, это может быть 200 градусов. И начинаем укладывать. Для этого просто солим наше пюре, наше филе. Смазываем противень маслом. И начинаем выкладывать посоленое и перченое филе. Выкладываем укладываем в противень. Чуть-чуть мяты я, как всегда, добавляю. Солили, поперчили. Разложили ананасы и все это смазали майонезом по чуть-чуть прям. И дальше я нарезаю сыр. Сыр можно потереть, вот кому как нравится, так и делайте. Большими кусочками также накрываю курицу с ананасом. Ну вот так это выглядит, и я отправляю, ориентировочно на 10 минут. Надо смотреть по курице, это может быть и 5 минут. Прошло 10 минут, все, я выключаю духовку и вынимаю курицу. У вас, может быть, это меньше времени. Вот так выглядит курица. Она сочная. Даю ей немного остыть и раскладываю по тарелкам. Вот так она выглядит. Как видите, курица полностью приготовилась. То есть абсолютно. За 10 минут, даже меньше, вы получаете вкусное, ароматное блюдо. Подписывайтесь на мой канал. Всем приятного аппетита. До новых встреч. Пока-пока.